В Ярославле задержан уличный стрелок. Накануне на улице Нефтяников прозвучало сразу несколько выстрелов. Одной из мишеней стал служебный автомобиль полиции. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. В областном МВД выяснили, что стреляли из пневматического оружия с балкона многоэтажки. А причастен к этому хулиганству ранее судимый 29-летний мужчина. Сам стрелок утверждает, что целью были другие мишени. Пришел соседу, играли в эту игру. Потом пошел курить. Я стоял по пачкам сигарет, попал в полицию машины. Установлено, что мужчина, находясь на балконе многоэтажного дома, расположенного неподалеку, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону автомашины, в результате чего было повреждено стекло. В настоящее время в отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства, который направлен для рассмотрения в суд. И, как стало известно, стрелку-хулигану сегодня суд назначил наказание 5 суток административного ареста.